Глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильзахов встретился с представителями городских рынков. Говорили о незаконной торговле и санитарном состоянии вокруг рынков. Вячеслав Мильзахов рассказал предпринимателям о создании единого управления административно-технической инспекции. В обязанности подразделения войдет и проверка соблюдения правил торговли и санитарного состояния. Работа в этом направлении ведется и сейчас. За прошедший месяц Ренстонской префектуре удалось устранить большинство несанкционированных торговых точек возле центрального рынка. При этом бывшим нарушителям дали возможность продолжить торговлю законно уже на территории. Собственники всех рынков готовы сотрудничать с муниципалитетом. Все согласны выделить определенное количество бесплатных мест предпринимателям, торговцам, социальное положение которых не позволяет вносить арендную плату. Еще одна задача – обеспечить санитарное состояние и порядок вокруг торговых площадей. Эти вопросы будут также решаться муниципальными властями и собственниками рынков совместно.